Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников и описание этих работ по книге «Великий музей мира». «Женщина у вазы с цветами». Эдгар Дега. 1858-1865 годы. Холст масла 73/92. Легкое, проникнутое любовью к жизни настроение, которым полна живопись импрессиониста Эдгара Дега, царит в этой картине. Обычно в его полотнах ведущую роль играют женщины, а здесь большую часть занимают цветы. Дело в том, что работа писалась сначала как натюрморт, но потом Дега добавил человеческую фигуру. Женщина сидит, задумавшись. Художник уловил ее 7 минут рассеянно созерцательное состояние и подчеркнул его ровным освещением, нехарактерным для мастера, любившего игру света. Оба персонажа, в кавычках, картины «Женщина и букет» объединены не только колористически. Например, белые цветы перекликаются с белой наколкой на голове модели, но и тем, что женщина в эту минуту погружена в себя. Она тиха и бесстрастна, как природа в теплый летний день. Так Мане обнаруживает общую тайную жизнь человека и окружающего мира. Композиция этого полотна асимметрична. Женщина изображена справа, фигура, позирующая срезанной рамой, а ее взгляд уводит зрителя за пределы холста, но лежащая на коленях рука ненавязчиво возвращает обратно. Дега нарочито заставляет рассматривать его картину, не отпуская закольцовывая маршрут, по которому движется зрительский взгляд. Вот такое описание по книге «Великий музей мира» к работе «Женщина у вазы с цветами», автор Эдгар Дега. Пока-пока, до свидания, всего хорошего.